Добрый день, дорогие друзья, с вами канал CryptoxBlog, и сегодня у нас обзор компании под названием ClipX. ClipX планирует поддержку платной видеоплатформы для следующих областей: потоковое видео, видео по запросу, видеохостинг для образования, тренинга, семинаров, идей и курсов, видеоконференции для частного и делового сектора. Платформа изначально будет работать централизованно, а в дальнейшем запланированная версия будет также децентрализованно. Любой может создавать и смотреть видео, видеоматериалы могут просматриваться бесплатно или за плату, и многие предлагаются по фиксированной цене или же подписке. На платформе ClipX каждый является собственным боссом. Создавайте свои видео с вашими знаниями и распространяйте их по всему миру с гораздо более справедливым распределением прибыли, чем на любой другой платформе. В 2020 году почти каждый человек в мире имеет доступ к интернету. Это облегчает создание онлайн-бизнеса, освоение новых навыков и даже обучение других людей. Уже существует немало наставников, а также платформы, которые объединяют и то, и другое. Не имеет значения, на каком устройстве видео можно смотреть в приложениях для телевизора, планшета, смартфона и настольного компьютера. Кроме того, видео можно оплатить как с помощью криптовалюты, так и с помощью фиатных денег, что позволяет людям, у которых нет доступа к банковскому счету, научиться новым навыкам. В более поздней версии команда также предложит платформу децентрализованно, что позволит сократить ограничения и правила некоторых стран, а также демократизирует платформу. Целью проекта является стать лидером рынка в этом пространстве. Платформа уникальна по своей производительности и вознаграждает тех, кто вкладывает свои страсти, время, деньги, свою работу и видео. Какую проблему видят создатели? Они вкладывают много времени в производство видеоматериалов и не получают справедливой награды. Платформа все еще получает большую часть дохода. Создатели не могут жить своей страстью, своим увлечением, а клиенты получают только услуги платформы. Решение. Создатели получат справедливую награду за свои труды. Платформа получается всегда меньше, чем сам создатель. Платформа и создатели могут жить своим увлечением. Клиенты получают шанс вернуть свои вложенные деньги. Оплата. Оплата в криптовалюте ClipX, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Tether. Если вас интересует видеокурс, кликер имеет возможность отправить токены на платформу ClipX. После получения токенов, кликер может просмотреть выбранное видео. Что же за схема у проекта? Децентрализованная сетевая версия ClipX Network 2.0. Открытая удаленная торговая площадка для протокола потокового видео в реальном времени, поддерживаемая технической блокчейном. Блокчейн обеспечивает полную децентрализацию, высокую масштабируемость и открытый рынок для нашей видеоплатформы, которая может транслироваться по всему миру. ClipX хочет изменить то, как видео разделяются и награждаются. Какие же особенности у проекта ClipX? На платформе есть два типа людей: клиперы, это наставники, то есть создатели, и кликеры, это клиенты, пользователи. Клиперы производят и публикуют видео, кликеры же платят, чтобы получить доступ к видео. При покупке видео кликер может решить, хочет ли он смотреть рекламу или нет. Если он решит посмотреть рекламу до видео, то цена видео будет ниже. Токен ClipX использует название CXC. Жетон является центральным элементом транзакции внутри платформы. Этот токен выдан на блокчейне Ethereum. Его дизайн следует широко распространенным стандартам реализации токенов, которые позволяют владельцам токенов легко хранить и управлять своими CXC-жетонами, используя существующие решения, такие как кошелек Ethereum. Что же в заключение, я хотел бы сказать, что
Блокчейн не подвержен влиянию централизованных точек отказа, тем самым сделать его можно полностью безопасным. Технология была разработана для предотвращения любого нападения. Что же касательно самого проекта, я могу однозначно заявить, что YouTube и прочие видеохостинги весьма немало засели в нашей жизни. Очень многие люди способствуют тому, что создают видео, но не получают за этого никакой награды. Проект ClipX поможет решить данную проблему, так как в его основе заложены все нужные инструменты для создания, реализации и продажи видео. А с вами был канал CryptoxBlog. Благодарю за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!